Ребята, всем привет! Вышел вечерком погулять. Все, опять же, никак не могу запомнить, как называется этот парк. Ленина, Южноприморский, 300-летие. Короче, Петерговское шоссе. Там Доблести. Короче, местные все этот парк знают. Я никогда не запомню, наверное, как он называется. Также здесь отличная... Да, кстати, самое главное, что я хочу сказать, о чем я сейчас буду говорить. О том, о самом главном. Самое главное то, что я сейчас буду говорить о самом главном в этой жизни, на мой взгляд, на сегодняшний день. Это начало июня 2019 год. А вот здесь это место, ребята, вот, кто знает мой канал уже на протяжении пары лет, это место, здесь я записал свой самый мега офигенный видос под названием «Как бросить курить, у тебя получится», который набрал больше 1 000 000 просмотров. И было это зимой. А хочу я сказать сейчас о самом главном, что, на мой взгляд, самое главное в этой жизни. Это очень такая, наверное, банальная вещь, но самое главное быть самим собой и делать то, что именно ты считаешь нужным. То есть я не говорю про какое-то безумие, например, вот то, что я считаю, что этого человека надо убить. И значит, его, я сейчас возьму топорик, пистолетик там или что-нибудь, молоточек и ебану его. Нет. Конечно, я не об этом, я говорю о каких-то жизненных ситуациях. О том, что кто бы что ни говорил, все-таки делай так, как ты считаешь нужным. Потому что тебе могут, во-первых, говорить люди не свои мысли, а какие-то навязанные системой, навязанные кем-то другим мысли, навязанные из интернета мысли, навязанные папой и мамой мысли и так далее. Тебе нужно мыслить именно так, как ты мыслишь. Не вестись на всякую прочую ебалду и хуйню. Ты должен совершать свои ошибки. Причем совершать ошибки – это абсолютно нормально. Я даже скажу так, это правильно. Совершать ошибки нужно. Потому что именно таким образом ты получаешь бесценный опыт, который стоит дороже денег. Поэтому совершай, не ссы, совершай свои ошибки. Но если ты понял, что ты сделал что-то не так, подумай об этом, сделай соответствующие выводы. И вот это вот самое важное, а не то, что там поступить правильно, неправильно. Конечно, нужно думать головой. Нужно слушать чужое мнение, то есть прислушиваться к нему, проанализировать, представить, но сделать так, как тебе говорится вот здесь. Я вот так вот думаю. То есть нужно прожить свою жизнь. И это самый кайф такой вот. Ну, может, не то, что самый, но один из самых крутых кайфов – прожить свою жизнь. И даже то, что нам рисуют в медиапространстве – правильность, крутизну и кайфовость, она может тебе не подходить. У тебя может быть своя крутизна и кайфовость. А здесь что у нас? А вот, Южно-Приморский парк открыт в год столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Южно-Приморский парк, вот. Может быть, я, кстати, после этого видео запомню, как этот парк называется. В общем, дружище, живи так, как ты считаешь нужным. Блять, ну не слушай никого, потому что эти кто-то, это, блять, ну это люди. Это хорошие, замечательные люди, которых мы с тобой очень-очень сильно любим. Поэтому будем делать так, как мы считаем нужным, а не так, как нужно людям. Людям, как хуй на блюде. Почему я считаю, что это самое главное быть именно самим собой и делать именно так, как ты считаешь нужным, а не, например, зарабатывание денег, найти любимого человека, любимую работу и так далее. А именно потому, что когда вот ты делаешь то, как ты считаешь нужным, вот тогда ты найдешь и любимую работу, и любимого человека, и прочее так далее. Если ты будешь не самим собой, а будешь играть чью-то роль, то у тебя и будет чья-то работа и чей-то человек, но не твой и не твоя работа. Поэтому, да, ну так, неплохо. Девчонки сидят на той стороне, на этом. Короче, народ тусуется. Ребята, жизнь офигенная вещь, поэтому нужно эту жизнь прожить самому, а не за кого-то. Вот такая вот мысль. Поэтому, если видосик понравился, лайк, репост, комментарий напиши. То, если не согласен со мной, обязательно напиши комментарий. Обосри меня. А если согласен, то напиши 2 комментария. 2, бля. Очень жду. И подписывайтесь на мой инстаграм, на основной канал, группу ВКонтакте. Это тоже очень важные социальные сети для всех нас. Особенно для меня. Пока.